Да, ведь человеку 34 года и зовут его Денис. Смотри, классика, карьера, безнадега, побег. Доживи до конца отсидки любой ценой, справишься, да нехуй делать. Алехандро Крус, 34 года, особенность, мастер медитации. Силы хуйма, здоровье нормально, ловкость среднячок. Осужден за кражу телефона у школьника, пожалуйста. Нормально. Вы заходите в камеру, и за вами с металлическим лязгом захлопывается дверь. Единственный заключенный пристально смотрит на вас. Мир вашему дому! И тебе мир, хмуро отвечает заключенный. Заходи, присаживайся, рассказывай, что за птица. Первый день в тюрьме прошел спокойно. В спортзале двое качков зажали в углу хлипкого зэка Батуа и тычут его кулаками под ребра. Мешаться пройти мимо. Так как сила у нашего персонажа на ноле, у нас по сути Батуаша, то есть рыхлик, давай не будем рисковать, ну зажали, значит есть за что. Своя шкура дороже, думаете вы, и проходите мимо. Позже вы узнали, что заключенный не выдержал издевательства. В связи с недавним происшествием вас вызвали на допрос в качестве свидетеля. Ну что, Крус, расскажи, как все было. Отрицалово. Шанс успеха. Давай буду рисковать. Повышаю. Фраеров есть три основных параметра. Сила, здоровье, ловкость. Чем выше параметр, тем выше шанс на успех. Да, у меня ловкий чел. На допросе вы все отрицаете, притворяете, что вообще не понимаете, о чем вас спрашивают. В конце концов, следователь сдается и отпускает вас. Опа. Базар эксайт. Кремень. Не-не, меня погоняло кремень. Во время обыска вашего соседа по камере находят под матрасом игральные карты. Ну, сейчас смотреть в пол, типа, не мое, не знаю. Надзиратель забирает карты, карабин отправляется в штрафной изолятор. Следующие несколько дней мы провели в одиночестве. Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно, раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед, и все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по КС-2 и фарми зимнюю операцию. Сейчас, как обычно, петуха тебе дадут. Ебало, закрой! Во время ужина вы идете с подносом вдоль столов. Все столы заняты, кроме одного, за которым сидит лох. Ну ты там чё ли? Ты охуел? Нет, там, ты там, что ты там делаешь? Похавать сел? Да иди ты на. Прогнать лоха, сесть за стул. Я что, не доем? Я понял, прогоняем. Пошел вон, пес. Заключенный торопливо поднимается за стола. И баланс свой забери. Вы брезливо толкаете поднос с едой. В тюрьме есть особая категория заключенных, зашкваренные или лохи. Я понял, что с ними лучше не общаться, иначе и сам станешь
одним из них. Пацан, вот, пожалуйста, скрин делайте. Братишка. А сука. Тут вот какое дело. Алехандро занял я у братков с твоей зоны, чтобы кредит платить и рассчитаться дебау. Что это такое? Не пойму. На тебе. А вас и другого заключенного заперли в комнате допросов. Один из вас украл пропуск надзирателя. Будете сидеть здесь, пока не сознаетесь, сказал охранник и захлопнул дверь. Все стороны заняли принципиальную позицию, вы не хотите сознаваться в краже, а надзиратель отпускает вас без признания. Через несколько дней ваш рассудок помутнел, и вы упали в голодный обморок. Жрать ничего нету. Ой, в санчасти тут что-то пизда. Мальчик, и укрут руки самое умелое. Нужно палаты украсить. Поможете девушке? Ради этой улыбки можно хоть всю зону гирляндами обмотать. Вырезать снежинки. Вооружившись ножницами и салфетками, за пару часов украшайте всю палату бумажными снежинками. Какая красота, спасибо. Вот возьмите подарок от Снегурочки. Опа! Кремень этот фраер божится, что всю ночь с тобой на силе играл, а не заначку пахановскую потрошил. Избитого зэка крепко держит двое громил. Меня не сводит с вас молящего взгляда, не зная этого пассажира. Сказать правду. Ночь я только с биксами провожу, а этого чмыря вообще впервые вижу. Братки кивают и утаскивают вопящего зэка прочь. Теперь живым вы его, скорее всего, не увидите. А? Я все делаю по чесноку. Лет от звонка до звонка. Блатной заключенный накрыл поляну, чтобы отпраздновать выход на свободу. Вас тоже приглашают. Ништяк, я буду жас. Похоже, гулянка будет сегодня веселая, подумали вы. Завалились в хату, полную поддатых заключенных. Весь вечер вы хором горланили песни и гоняли лоху под шконками. На пассажока загнали под шконочку еще кармана Витьку, его братика Маслория, и вам вручили бутылку брая. Опа! Вы надеялись выспаться в свой день рождения, но не судьба. Дверь настойчиво колотят уже несколько минут. Вот черти, не звал же никого. Ну, открываем хули. Вы с недоумением выглядываете наружу, за дверью никого. Вот на пороге коробка дохлых тараканов. Ну что за паразит столько бегунов передавил? А впрочем, не побили, и ладно. Один из заключенных предлагает вам одолжить 100 монет. Возьмете? Представься, сучка. Не, не надо. Да я сам сладкий, говорите вы, похлопая по карману. А чё ты понты колотишь, возмущается зэк, подогревая под снов, коли такой жирный. Не хотя бы отдаёт, блядь.
Вот я олень сплотнул, лишь его попал на бабки, но ничего, все еще раз буду мне. Слышь, Крус, в коридоре к вам подвалит барин и отводит в сторонку. Ты у нас парень смышленый, чего тебе руки на промке мозолят? Есть работенка поинтереснее. Хочешь стать моим личным информатором? Твою мать, надо было это... Я просто не понял, кто такой барин, блядь. Кто это такой вообще? А, это администрация тюрьмы. Да заткнись ты там, смеёшься. Душевой ремонт, а теперь кабинок не хватает. Охрана заставляет зэка мыться по двое в одной душевой кабинке. Мыться вместе. Та хули. Теперь каждый день вы моетесь с незнакомыми заключенными. А пока моешься, можно и пару слов перекинуться, обсудить последнее лагерное событие. У вас появилось много новых друзей. Вот, пожалуйста, у меня статус блатной чел. Пожалуйста. В камере идет плановый обыск. Охранник весело насвистывает под нос новогоднюю песенку. Крус, Дед Мороз послал проверить, хороший ты мальчик или плохой. Подожди, так у меня ничего нету. У меня же вилка, да, была? Я хороший. Назиратель ничего не находит, да это и правда панька, Крус. Дед Мороз расщедрится на лишнюю порцию баланды для тебя за обедом. Карабин повесил у школьки носок для подарков, и теперь каждое утро с надеждой в него заглядывает. Такой большой до сих пор в Деда Мороза верит. Что бы такое снуть ему носок? Крысиные какашки. Сладости. Эй, Кремень, Дед Мороз подарок оставил, а я верил, что он существует. Сокамерник радуется, как ребенок, и отчасти прощает вам все обиды. Опа. Ага. Ну шо, братки, у кого печень железная? Ща узнаем, Кремень, литробол играешь? Нифига себе, приз 100 монет, нельзя такую движуху упускать. Участвовать честно. Чпок, крышка от очередной бутылки летит в сторону. Но сделал первый глоток, вы бежите в сторону толчка. Кремень, эти глазницы выпьет больше. И чего участвовать думал, только топливо зря потратил. И так как масло рейска Романа, в пробку и ухо, ты сразу... Пацаном был блатной, стал пацан, ёбаный рот. На зоне началась эпидемия гриппа, и целый блок нас закрыли на карантин. Кремень, ну а ну метнись кабачком полезным. Надо хавку кентам моим отнести. Сам-то сыр заразится. Да, ну пацаны хавать хотят. Зэки растроганы тем, что про них не забыли. Кремень, добрая ты душа, возьми вот стишки благодарность. Не боись, пачка запечатана. Половина зоны гриппует, а я пока держусь. Чефир литрами гоняю, водочка холодная, закаляюсь по утрам, жас. Опа! Камера встречает непривычной тишиной. Сокамерник вышел на свободу, теперь какое-то время хата в вашем полном распоряжении.
Интересно, а он свою нычку перед от... гидка чистил? Проверить нычку. Запустил руку в нычку, вы долго и тщательно обшариваете каждый сантиметр тайника. Пусто. Шесть месяцев осталось. В камеру забрали заключенный с пушистой елкой под мышкой. Я прах. Твой новый... Прах, сука. Я твой новый сосед. Вот такую красавицу к празднику припер. Пришлось охране на лапу дать, чтобы пустили. Украсишь ее, лады? Украсить тосками, блядь. Сышки, типа... Нужно сдирать же будет и курить правильно. С елки. Пачки сигарет вы соорудили сигарету гирлянду. За камерой не может уйти от нее глаз. Богато. Здравствуйте, уважаемый. Сколько стоит оформить звоночек и как не спалить номер в чат? Сегодня праздник, говорится. Подогрей пожилой карман. А? Не понял. Арсений Кондратюк. А сука. Вечером вы видите зека, крадущегося вдоль камер. В руках у него подозрительная коробка. Смахивает на кражу. А мне как раз информация для доклада нужна. А нахуй надо мне этот доклад? Я хуй знаю. Зацени, сколько снега, братан. Я с детства таких сугробов не видел. Сокамерник радуется снежной зиме, как ребенок. А правда, такой погоды давно не было. Чем бы заняться? Сделать снежных ангелов. Валяние в снегу — это весело, но скоро в сокамерах начинают стучать зубы и течь сопли. Ах, пщиха, спасибо, кремень. Теперь я с простуды свалился, все ты виноват. А в тюрьме отключили горячую воду, но администрация требует от всех заключенных ежедневно принимать душ. Ну хули, вонючим что ли ходить? Человек, как сталь, закаляясь, твердеет и крепчает. С этими мыслями вы моетесь под холодной водой. Ваши раны стойко переносят для души, вы чувствуете себя омолодившимся. Да, сука. Сейчас, Петр, месяц осталось, сейчас. Пока лохи и мужики пашут на промзоне, вам пора заняться обязанностями блатного. Что там у вас на повестке дня? Заняться делом, жас. Ага, есть одно дельце, с которым никто, кроме меня, не справится. Надо разрулить ситуацию. Вы направляетесь с инспекции в столовую. Пробуйте одно блюдо, второе, третье. Тут вас кручут от боли, от трава. Суете пальцы в рот исторгайте из себя яд и все содержимое желудка. Закончив, вы обессиленно опускаетесь на стул. Через пару дней вам придется гоститься от братвы. Похоже, вы случайно спасли чью-то шкуру. А? Вы стоите у двери и ждете, когда закончится шмонька. Зэк из соседней камеры отчаянными жестами пытается что-то показать. Чего? Вертуха, блядь, видно фраеру. Есть что прятать. Пока вы колитесь,
припадки, зэк успел все сныкать. Когда шмот завершается, браток хлопает вас по плечу. Спасибо, Кремень, выручил. Рассчитаться сейчас не могу, но за мной должок. Вы моетесь в душе, как вдруг из слива выползает гадюка мертвая. Мертвой длины? Чё, блядь? Смотрите на гадюку, гадюка смотрит на вас, смотрит на нее, она смотрит на вас. Насмотревшись, змея уползает в соседнюю душевую кабинку. Через мгновение вы слышите оттуда виск и мат. Свободен. На изи вообще. Во время отбывания наказания проявил себя только с положительной стороны. Поставлен задачи выполнял. Качественно и в срок. Опа, сосать! Вторая пройденная игра за сегодня.